Шоу 2018 год. Вот-вот на свет должна появиться игра Red Dead Redemption 2, но в тот момент я еще не знал, что она будет эксклюзивом только для PlayStation. Тут-то моя жизнь оборвалась. Точнее, закончилась. Ровно через год мои молитвы были услышаны, и игровую индустрию взорвала новость о выходе версии на ПК. Была еще одна проблема. У меня совсем не осталось денег. И тут я вспомнил о заначке моей жены. Ничего особенного, кажется, она собирала на шубу. Но так как сейчас зимы теплые, думаю, она переживет. Осталось скачать 120 гигабайт, и игра у меня в кармане. Точнее, на компьютере. И я самый счастливый человек на свете. Но случилось непредвиденное, и мой зайчик в кавычках узнал о пропаже денег очень быстро. Нет, нет, нет!